ожидает. Кода лучше, чем эфириал. Пожалуй. Если бы у меня было бы два пирата, я бы взял бы эфириал, кстати. Но здесь я возьму кода. Главарь Бранства вместо Тинков. Вот для Роги скрытень лучше, чем башня из пигмеев. Давайте мы скрытня. Волшебная аномалия... Да, хорошо. Poisoned. Глава культа. У меня не так много, конечно, пока ребяток. Ну ладно. Дроу нужен на Роге. Гадюка или предательство? Близкие карты. Наверное, предательство лучше. Давайте сравним. Значит, у нас есть. Предательство за 61, а гадюка за 60. Ну да. Страж Луна Света вместо боевого голема. Не уважаю боевого голема на Роге. Так себе. Сокрушитель или собака? Вот, кстати, интересный выбор. Наверное, сокрушитель. Сокрушитель 60, в принципе, как и гадюка. А вожак? А вожак 63. Ну ладно. Это мне больше нравится, чем сомнительный делец. Хотя у меня нету троек. Но я могу единицу на третий ход сделать. Путь через глубину 62, сомнительный делец 62. Пиратов нету. Не знаю. Не, давай путь через глубину возьмем. Служитель боли вместо спринта. Да. Значит, острая вилка лучше паладина регента. Соглашусь. Еще один поизонт. Для вилок. Вау, вот это выбор. Наверное, буконьера лучше, чем собирать для сокровищ. В принципе, две карты на добор у меня есть. Три карты на добор. Да, давай буконьера. Зубот. Раз зверь. Два зверь. Да, и больше у меня ничего нету под зубота. Ну, ладно. Все равно зубот. Вау, ну не, ошеломление лучше, чем Нуровский пророк. Я уже думал его взять. Бэкстап. Лучше, чем ошеломление. Да, тем более второе ошеломление. Второе ошеломление не так хорошо. Вау! Опять выбор, конечно, миллион. Не знаю, у меня нет АУЕ, и, наверное, возьму Тихоступа. Значит, Тихоступ 97, агент ШРУ 96. Ну да. Йети вместо микроробота. Йети вместо микроробота. Четверки у меня такие себе. Йети он старт комбинации. Тут ШРУ легко. Голодный дракон вместо корабельной пушки. Одержим ползун. Чему я очень рад. Санжин сойдет, тоже неплохо. Корабельная пушка, да, и тоже неплохо. Мне нужны какие-то двойки. Смертельный яд и сегодня. Да, давай. Разрушитель чар вместо всадника на волке. Ликвидация лучше, чем шаг сквозь тень. Хотя шаг сквозь тень тоже, можно сказать, ликвидация с вот этим парнем. Так, огненная, огромная жаба. Боец арены лучше, чем квалдер-налетчик? Я думаю, да. Потому что здесь такая очень темповая колода. Получается. Ну и последняя карта. Голем. Хотя и у меня много заклинаний довольно, но голем лучше. Значит, сильные очень колоды, очень-очень сильные. Единственное, что, конечно, двоек не так много, ну и... единицы и двоек не очень много, но ладно.
Учитывая, что все смертоносные яды у меня есть. И, значит, агент ШРУ есть, и тихоступ есть, да, и вообще все на свете есть. И комбинация Silencer плюс коварный скрытень, и вообще все здорово. Да, я думаю, мы сделаем побед 11-12 этой колодой. Таунтов единственное маловато, да? Один таунт. Ну, вот это да. Вот то, что нету таунтов, это как бы... Хорошо, они 11-12, тогда будет 10-11. Да, 9-11. Действительно, таунты для роги очень важны. Либо лечение, либо таунты. Нету ни одного, ни другого. Ну, здесь теоретически можно таунт достать, но так.